отсюда не бежит. Здрасте. Как у нас скоро и март закончится. Сегодня уже 20-е, представляете? Как время бежит. 20 марта, 7 утра. Не помню, куда тут поворот. Километров 40, наверное, от Пинского кольца. Вчера сюда доехал. Уже время 12 час бы установился. Дальше ехать желания не было никакого. Ни сил, ни желания. Ночевал пару раз на этой стоянке. Это с запада такие машинки чистенькие идут. Просто вот на меня сейчас посмотришь, так и это. Я не знаю, с какой стороны к нему подходить. К вану, к этому. Вчера, можно сказать, предпоследний встал. Вот за мной еще КамАЗ припарковался. Я не знаю, тут еще парковался кто-нибудь или нет. Кстати, вот автобус, наверное, людей. Кемерово на работу забирает. Да. Взять щетку, вот нужен. Помыть его. Смотрите, что делается. Ай-яй-яй. Ай-яй-яюшки. Ладно. Внешний вид. Внешний вид рабочий. Главное, чтобы внутри было тепло. Ой, чисто. Тепло. Тепло тоже обязательно. Морозик небольшой ночью. Градуса 4, наверное, был. И есть сейчас. Так, тут с машиной все. Пи-пи-пу. С рамой все. Пи-пи-пу. Люди на работу. Тоже надо. Тоже дал к 8 на работу. Вот 7 утра и на автобус забирает. Потом, наверное, сюда привозит. Он, наверное, и вот там еще кто-то потом позже уже припарковался на дороге. А это мы, чумазы. Забуксовать на ровном месте. Пойдем сразу цепочки возьмем. Одну цепочку. Теперь поднимаем прицеп, вывешиваем его у тебя вверх. Я там, получается, в самой ямке стою.
Сейчас попробую. Нет, так пойду за цепочками. Просто я видел тут такой лайфхак. Я пробовал. В принципе, работает. Сейчас мы его поднимем полностью. Так. Теперь мы прицеп. Стопорим. И опускаем. Видите, он двигается вперед. Ставим подушки. Видите, насколько уже подвинулся? Не. Он съезжает обратно. Ничего не получится. Лайфхак работает, когда ямки нет, а он ямку съезжает обратно. Ладно, хрен с ним, пошли за цепями. Всего делов. Не надо мучиться, раскачиваться, качаться. Вышел, цепочки подкинул и выехал. Ложим на место. Поехали. Просто лень их каждый раз вытаскивать. У меня аж тут целый мешок мой порвал.
лайфхак, который я показывал, он работает. Но это надо делать сразу. Вот. Только попробовал тронуться, не едет. И можешь сделать. Если ты уже хоть чуть-чуть ямку выкопал, вот как я же попытался побуксовать, попытался выехать, то все равно, когда ты так сантиметров на 10, ты можешь столкнуть сцепку всю полностью в сторону, ну, вперед. Снимаешь с ручника, поднимаешь задницу, потом поднимаешь прицеп, потом глушишь прицеп, затормаживаешь, опускаешь прицеп, и потом опускаешь тягач. И ты сантиметров на 10 его запросто подвинешь. Но если у тебя уже выкопана ямка, он тебя обратно все равно соскользнет. Я уже пробовал это делать. Поэтому проще всего. Пошел. 2 минуты делал. Достал цепочки, кинул, выехал. Положил цепочки и поехал. Опять ехать не хочешь? В горочку получается немножко и все. А я, получается, задними колесами в ямку попал, ведущая осью, когда назад вчера сдавал. О, каску. Нам зеленый. Я для масла, наверное, не считает, что нам зеленый. Или не такого, что у него там был и красный. Тягач поднял, цепочки подсунул, тягач опустил, а он когда поднимается, он все равно смещается. Когда поднимаешь, он смещается колеса назад, ну там пару сантиметров. Цепочки подпихнул, опустил, колеса на цепочке наехали, все, раз, видите, он тронулся. Чуть качнул его, ему уже есть за что цепляться. Ну, на Димкину Вольву очень похоже. Димка сегодня в Москве, вчера был. И все, и поехал. Просто шли. Это же надо вылезти, перчатки одеть, цепочки доставать. Я с Суетова, когда прошлым рейсом пустой стоял, я час там, что я там только не делал, лопату сломал. Надо было выйти, всего лишь подкинуть цепочки. 5 минут делов, и я поехал. По итогу я все равно вышел, подкинул, выехал и пошел. Но после этого, до этого я час насиловал себя и машину. Как это сказал бы герой известного фильма. Идиот. Эй, тры. Так, что теперь? По сути дела. 4425 мы проехали. 4167, но это не точно. Где-то 4. Ну, ориентировочно экватор мы перевалили. Где-то в районе вот Кемерово. От Кемерово, Кемерово у нас был экватор. Сегодня у нас среда. Рацию включить. Кто-нибудь матюкнется. Среда, за бортом сейчас плюс один. Там вроде как впереди он посветлее. Ну, сухо. Начинается потихоньку равнина. 180 километров до Новосибирской объездной. Арбайтен. Унтен дисциплина. Я говорит, на цюрлях. Едем дальше. Охренеть. Еще одна похожая авария, да? Вот вчера такую же видели. Сейчас. Спек, по-моему. Спекские номера.
Новосибирская начнется, по-моему, даже за этим мостом. Или нет? Нет, за этим мостом сейчас еще, наверное, будет Газпром. Последний Кемеровский. А дальше уже Новосибирская губерния. Уже солнышко. ДПС. Кемеровские. Ага. Будзюц у Трица. Значит, сейчас, когда будут знаки 60 для грузовиков, надо сбрасывать. О, видите, дорожники знаки моют. Молодцы, как отмывают. Тут грязный был. Новосибирская область действует весовой контроль. Это мы знаем. В Новосибирской области действуют знаки 60 для грузовиков посреди чистого поля. Которые игнорировать нельзя. Какая уже, уже можно на корабликах кататься по центру русла. Еще чуть-чуть и она скроется полностью. Заливчики, рыбачки сидят. Так. Реверс, ремонт. Понятно. Сидят вон ребятки там. Чупаков тягают. Красавцы. Палаточки. Погодка шепчет, еще вообще песня. Заканчивается. Сейчас нам надо еще ход конем сделать. Лошадью, говорит, ходи, век воли не видать. Хотя у нас и прямой на Минск рейс. А потом на Москву. Поступило указание заехать, оставить документы. Вот где мы всегда сдаем, там, недалеко от кольца. Здесь, в сторону Новосибирска, тут сколько там километров? 15, наверное. По Ентову мы сейчас скрентим в Новосиб, завезем, оставим документы.
наверху виднее, поэтому... Наше дело маленькое, исполнять. Ходим на Новосиб. Закинем бумаги. Ну и как раз получается, у нас тут это... Тезка тут стоит, погрузку ждет в Новосибирске. Ну, будет грузиться здесь в Новосибирске, сейчас здесь в Прокутском на стоянке стоит. Сейчас мы к нему заедем. Вкуснейшего... Чайку с вкуснейшей байкальской воды. С сербанем. А то в Култуке встретились так. У нас и не получилось нормально. Попили, конечно, чайку, но как-то так быстро. Хотя здесь тоже, возможно, получится. Время без 20:12. У него, ну, вроде как на 12 погрузка. Не знаю, успеем, не успеем. В общем, такое небольшое отклонение делаем от маршрута. Дорогу надо, да? Так, там справа вроде никого. Вот она. Стоянка. С левой стороны. Она такая дрянькая. Машин всегда много стоит. Лёха, ставь самовар. Здесь вот напрямую дорога есть. Вот туда вот прямо, там можно раньше на объездную выйти. Ну, то есть, соответственно, мне можно было раньше с объездной выйти. Я что-то сразу было подумал, может, ломануть напрямую. Вот он, думаю, не. И видите, судя по всему, правильно сделал. Смотрите, это тут кошмар. Там уж дальше-то, конечно, и получше, по суше, по гравейке скакали. Думаю, не, объеду я по асфальту. Так, где у них заезд дальше, да? Не знаю, мне бы... Ё-моё. Она тут, это, тут грязно. Летом тут пылища. Переположить. Зато вон, видите, какой лайфхак. Мусорка прямо на выезде. Не надо даже никуда носить. Выезжаешь, выбросил. Это для ленивых называется. Байкал. Через 160 метров резко поверните направо. Маша уже засуетилась, испугалась. Куда поехал? Выполните разворот там, где... Что я его не вижу? Теперь вижу.
Так ты ж пустой, что ты тарахтишь-то? А ну, нагреть маленечко, здравствуй. Здорово. Здравствуй. Ну давай, кипяти чайник, я же тебя сразу затарил. Ну, тебе уже позвонили? Нет, а он сказал, 12 нет. Смотри, если торопишься, то это... Что ты начинаешь-то, Алексей Николаевич? Все. Сейчас я их уберу. Я тебе сейчас сразу подам, прячься. И я тебе подам. Кого ты? Переключай контейнер. Долго мы все это дело рассусоливать не стали. Лехе грузиться ехать. Быстренько тоже чайку попили. Проводим его до загрузки. Все равно он по дороге. Потом поедем наши бумажки сдавать. АР-9001, 38 регион. Положил медик весь мурзатый. Он по снегу сюда греб. Там и по сухому. А он как раз этот снегопад тут поймал. Артем будет грузиться. Трассе повернуть налево, конечно, это еще тот квест. Что слева, что справа, сплошные потоки валят. Вот слева окошко есть, зато справа окошка нет. Справа подъедут. Все, кто-то решил подрезать. Давай я с тобой тогда уже. По-другому никак, по-другому тут не выйдешь.
Вертикальные колонки в комнату входят. Да, главное, чтоб ходили. Считай, до кольца-то доедем. Ну что, Николай, ничего, удачи. Я приехал. Давай счастливой дорожки тебе. Давай, давай, Лех. Быстренько загрузиться и тоже удачно съездить. Все, на связи. Дай бог твои слова до Бога уши. Я вот там, да, реки буду грузиться за зеленым складом. Я понял. Подпишешься, расскажешь. Начаться уже Омская область.
трасса. Что там интересует? Один вопрос. Какая у нас там колейка на заправке в Кормиловке. Туда поедем заправляться. Продолжаем очередной день. Красиво. Шарик такой симпатичный. Сейчас еще буквально сколько? 5-10 минут и... На каких 10? 5 минут и от него ничего не останется. В плане того, что он спрячется за горизонт. Быстро-быстро, прям вот на глазах опускается. Так же, как и встает. Аварии к ней видно уже хорошо. Откатываем, если со стороны Новосибирска, к третьему Калачинскому кольцу, которое находится наша заправка. Там вот я уже смотрю, вроде как стоят или это не стоят. Там вообще машин не видно. Солярки нету, что ли? Пустая заправка. Заправка пустая, от слова совсем. Нет, вроде одна машинка стоит. Значит, солярка есть. Ё-моё, я вот второй раз приезжаю. И второй раз я здесь наблюдаю пустоту. Чудеса какие-то. Обычно же здесь, как вспомнишь, вот тут все стояло, ой, кошмар. Вот сколько раз не ездил. А здесь вот второй раз еду, как мне второй раз тут заправляться так? И что-то и пусто. Используйте второй съезд. Нифига себе. Что делается-то? Ну, машина заправляется. Мистика какая-то. Прям в натуре что-то непонятное происходит. Ну ладно. Хорошо, коль так. Сейчас тогда мы тут спокойненько посчитаем. До Миасково, сколько нам надо залезть, потому что заправляться будем. Следующая заправка у нас Миасково. Это вообще отдельная тема. У меня их еще до Минска столько. А сколько раз мне надо заправиться еще до Минска? Раз. Раз. Миасское, Татарии, Дзержинске и на М1. 5 раз. Даже не хочу это комментировать. Какой расход сейчас? 31,7. Значит, по 31,7 считаем. Сколько до Миасского километров отсюда? Скажи мне, Google. Миасская, Челябинская область. Так, как ты меня ведешь? Ну, как положено, как мы и ездим, да? Потому что предложить через Казахстан проехать нет. 967 километров. Девятьсот шестьдесят семь умножить 0.31,7.
Она спалит 306 литров. Меня на остатке 228 минус 306 минус 78, чтоб 200 там примерно был остаток, плюс 280, того мне надо заправить 280 литров. Пошли еще делать. 5 минут 10 подкатываем к Омску. Сейчас вот не знаю, тут вот с правой стороны сейчас такая большая стоянка, армейский называется. За 100% достоверность информации отвечать не могу. Я в телеграм-канале выкладывал, что здесь ком коллеги солярку слили. То есть, ну, я увидел видео, там все подтверждает, что это произошло в армейском здесь. Так, для информации, то есть, правда, неправда не могу сказать, но вот такое видео в телеге я выкладывал. Ну, сама по себе я как-то что-то тут ночевал, наверное, разочек, ты так заезжал, тут тент хотел что-то заклеить. Скажем так, не мой вариант. Она такая тоже дырявая такая, тут ямы такие. Она большая, да, вопросов нет, места тут вагон. Вот она с правой стороны. Мальчики армейские, кто желает отдохнуть? Вот. Ну здесь грязь, болото было всегда. Я думаю, ничего тут не поменялось. Да, вот коллега прислал, нашел я в интернете видео, что здесь у него солярку слямзили. Правда, неправда, не могу утверждать. Ну так-то информации. Ну, у нас сейчас вот все кольцо, дальше Иртыш, опять кольцо. Не знаю, может мне на объездной стать. Куда мы заезжали, как-то Саня там ночевал. Что-то не хочется мне еще сегодня, тут еще до этого, до Красного Яра, ну еще час это точно. С другой стороны, в 10 вечера то уже я в Красный Яр и приеду. Может пропустить, да? Кольцо же главное. Ну, вроде бы как. До Красного Яра поехать. А ну надо в потемках тут. Переночевать на этой, посмотреть, что здесь за стоянка, какой тут сервис. Завтра надо душ. Завтра надо стрижка. Стрижка — это понятно. Это в приют надо будет заехать. Постираться тоже. Стирка нужна. То же самое в приюте, хорошая стирка. Куда будем стричься, заезжать. Там и утюжат сразу. Высушивают. Может все-таки здесь заехать. Сейчас еще есть время подумать. Оценим, что тут да как.
дешевки. Так, сейчас еще столько интернет гляну. Ну, был 4G, насколько я помню. Блин, что-то тут какой-то совсем слабенький 4G. Какой-то он тут совсем такой... Не, вот сейчас поймал другой. Короче, нормальный пойдет. Спросим. Доброе. Добрый вечер. А у вас душ-стирка есть тут? Душ-стирка есть. Все есть, да? По дорожке? И по дорожке стирка есть, и душ, да? Есть. Хорошо. Блин, конечно, слабоватенький интернет. Ладно. Заехал. Можете здесь парковаться. Возле Скани? Да, возле Скани. Только ровно ставьте машину, не ёлочкой. Я сзади буду ставить еще. А, хорошо. Говорит, все есть, душ есть, стирка есть. Ладно. Душ завтра, вещи стирку сегодня. Сейчас соберем, все отнесем. Значит, ровно как скажете. Уклон мой. А, сауна, душ, туалет. Комплекс домашних удобств. Ну что, ладно тогда. Оценим, да? Так, вот прикол. Автономка не хочет запускаться. Иди тут телефон смотрю. Слабенький. Что у нас тут интернет? Вроде тянет. Автономка меня пугает. Почему-то опять не хочет запускаться. Сейчас попробуем. Не, все запустилось со второго раза. Блин, пугает. У меня шея начала болеть, когда я ночь переночевал там в этом возле носорога без автономки. Сейчас уже вроде отпустило, так где-то там далеко. Ну что тогда, все, автономка заработала, слава богу. Собираем шматье, несем на сдачу, можно отбиваться.